Всем привет! Я снова всех категорически приветствую. Продолжаем выживать Fallout Shelter. И извиняюсь за такой голос, немножко приболел. Вот. Играем. Сейчас уже обновление второе. Было 1.8, потом 1.8.1 заплатку прилепили. Теперь 1.8.2. Еще одна заплатка. Плюс хэллоуинские штучки. У нас хэллоуинские там эти жилые помещения, плюс задание появилось хэллоуинское. Хотел вчера пройти, записать серию, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Не дала мне это сделать, но, думаю, сегодня сделаю. Вот. Там было написано, что время ограничено, но я надеюсь, нам разработчики хотя бы пару дней дадут на прохождение, не будут вырубать после одного дня весеннее. Вот так вот сейчас покажу, выглядят теперь жилые помещения. Вот. Вот у нас тут какие-то привидения летают, летучие мыши, гробы стоят. В общем-то, конечно, тыквы. Вон, скелет танцует. В общем-то, конечно, непонятно, откуда в убежище, ну, с довольно-таки, ну, будем прямо говорить, достаточно ограниченными ресурсами. Столько вот излишков, чтобы позволить себе вот такие вот излишества, извините за тавтологию. Вот. У нас, в общем-то, в целом все хорошо. Потеряли только одного, случайно совершенно, Симса 50 левела, и ввиду этого просрали на 7 часу, 7 часов уже было вот это вот задание, не допустить потерь в течение 8 часов. Блин, было так огорчительно, прямо вам скажу. И так по-тупому получилось, короче, когти смерти его взяли и сожрали. Я его не успел отхилить, что-то отвлекся на что-то, и все. В общем, мораль простая, не отвлекайтесь. Как всегда, причина всех этих маленьких трагедий, как я их называю, в основном в том, что просто отвлекся. То есть редко тут бывает такая ситуация, в которой у игрока нет возможности как-то что-то изменить. В основном это все просто невнимательность, рассеянность, ну и прочие вещи. Так, у нас вот пришел очередной Симс домой. Мы его сразу же обратно, он нам дома не нужен. Абсолютно. Беги. Развлекайся. Сейчас снимем заработки. Вот. Мы сделали халат. Делайте еще один. Пока есть ресурсы, делайте халаты. Деньги и ресурсы. О, кстати, надо было с собакой прислать человека сюда, чтобы скидку получить. Но... ладно. Ладно. Так, персепшн. О, рейдеры. Ну пусть. У нас тут два таких мощных парня на входе. Кейдж. Чи Пейдж. Крэг Пейдж. И его дружбан. Крэг Пейдж такой, он помощнее, а дружбан послабше, но на фоне рейдеров они оба терминаторы. Так, что мы там за задание получили, кстати? Пережить ряд атак ротокрыса без потерь. А, ну это мы без проблем сделаем. Это я между сериями выполню, чтобы вас не занимать ваше время, не утруждать. Такие задания элементарно выполняются. Я уже рассказывал, как. Можно и без потерь их, эти задания, которые без потерь выполнять. Можно легко выполнять, которые голыми руками там вот это вот поубивать кучу всяких монстров. Прочие эти задания. Алгоритм в одной из предыдущих серий рассказывал. Возможно, здесь подвешу ссылку. Кому интересно, посмотрите, кто не смотрел.
Вот как выполнять такие задания. Без проблем, за очень быстро, там буквально за даже за 5-10 минут можно его выполнить. Так, ну а мы продолжаем играть. Вроде дома все сделали. А, сейчас покажу это задание. Хэллоуинское. Вон. Невыдуманные страшилки. Знать больше побежище 31 в разрушенной библиотеке. Ну, наверное, лучше побежище 13 было. Это было бы веселее. Вот. За ланчбоксом мы пошли. И тренера опять ищем. Дальше плохого тренера. Так, начнем, конечно, с невыдуманных страшилок. Очень интересно, хэллоуинское задание. Если у нас сегодня хватит времени, то, возможно, мы сейчас на ядерколе попробуем это задание пройти полностью. Там три шага, по-моему. Или три, или пять. Ну, в общем, у нас ядерколы все равно там под сотню бутылок. Так, узнать больше убежище 31 в разрушенной библиотеке. А, это разрушенная библиотека, я так понимаю. Вот это тангарище. Вот это тангарище, вот это разрушенная библиотека. С каких пор разрушенные библиотеки располагают в ангарах? Не совсем понятно. Ой, я тут буду сёрбать чай. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь. Не обращайте внимания, горло болит. Поэтому утешаюсь горячим чаем. Чтобы не сильно хрипеть. Ах, чай классный. С малинкой, с лимоном. Огонь. Кто болеет, знаете, первое средство. Такая вот. Берете только по-мужски, так не стесняясь. Сразу литровую кружечку. Заварили черного чайку. Там зеленые, прочие, все курятся пухшими от слез глазами. Черный чай, там где дубильных веществ. По ноздри. Вот. Чтобы воспалительный процесс в горле снимать. Плюс лимончик, плюс малинка. О! Веселый Хэллоуин, я Говард Филлис, хранитель этой старой библиотеки. Спасибо за то, что избавили нас от этих тварей. Что я могу сделать для вас? Отлично. Что ты знаешь, убежище 31. Избавили, блин, третья комната. Рэндом, такой рэндом. Нет, но спросите об этом Герба Веста на старой кондитерской фабрике. Еще возьмите мой что-то там. Не успел почитать. А, костюм. Были уже такие костюмы. В прошлый Хэллоуин еще были скелеты в костюмы, так что не удивил. Не удивил. Так, ну что будем делать? В принципе, мы закончили, можно бежать. Ну, давайте пройдемся. Нам же там надо предметов повновынимать из ящиков. Ради ланчбокса или переноски, я там уже не помню. Там кучу какую-то нереальную предметов, 100 надо. Господи, где их столько набрать, непонятно. О, ядеркул. Сфетишиздили и в библиотеке. А потому что тишина должна быть в библиотеке. Вот, ну он одну вещь. О, уже посчитается нам задание, уже хорошо. Ну тут левел задания низкий, поэтому эти терминаторы проходят сквозь всех тут как нож сквозь масло. Это уже не опасно. Тут пустая библиотека, никого нет. Дальше библиотекаря никто не прошел. Матерый такой там, пугатель на этой простыне. Они вот таракашки завелись. Да, заходите, тараканы, я вас чаем угощу. Угощу, угощу, не помилую. О, еще одну вещь достали из ящика. Уже минус 2, там всего там 150, по-моему, надо, да? Ерунда. 50 раз задание будет. Хар-хар. Да, мне сейчас хорошо озвучивать пиратов вот эти вот из фильмов. Ар-хар. Или этих орков, да? Зок-зок. Я понял, почему актер озвучания так классно попал в эти интонации. Он, наверное, тоже горлом болел в тот момент, когда озвучивал. Ну, еще пистолет нашли. И сам он по себе барахло, ну, из ящика достали. В задании посчитается.
Я так понял, вот эти стимпаки и хлам из ящиков не считается. Что, конечно, огорчительно. Так. Это задание проскочили быстренько. Так, ну, загружайся быстрее. Кстати, вот с каждой обновой что-то все дольше и дольше загружается. Давайте, наверное, это задание сейчас быстренько пройдем всю линеечку, а? Вот у меня такое острое желание. Остальные задания, ладно, пусть остаются на потом. Так, продаем обычные предметы. Вот это барахло тоже продаем. Вон костюм один соберем, да и все. Отлично. Так. Что там у нас дальше? Следующий шорох. На запад. Поговорите с Гербом Вестом в убежище 30, в убежище 31. Ну, тоже интересно, откуда он знает там на своей кондитерской фабрике. Что-то об убежищах. Не совсем понятно. Мягко говоря, не очевидно. Так, игровое шоу. А, на бутылке. На бутылке нам неинтересно. Вот если бы ланчбокс давали. На ланчбокс бы я повелся. А так. Барахло. Так, мистер Бёрк, Сара Лайонс и отец. Ну, по привычке затаримся, но там понятно. Так, начать сразу. У нас вон 93 бутылки. О чем говорить? О чем разговор? Так. Хэллоуинские задания будем выполнять сейчас подряд. Бомбим подряд. Ой. Надо чаек, чаек. Ой, малинка антисептическая. Сейчас горлышко почистит мне. Найти Герба Веста на старой кондитерской фабрике. Отлично. Ну, тут не такой уже большой ангар. Но тоже неплохо такой. Как... Ой, блин. Что-то за фигня. Валите его, парни. Я этих светящихся всех не люблю. После тех рад скорпионов, которые там страшно мне попортили жизни, там такую кучу народу завалили, вообще нереальную. Вот, я на них в огорчении в полном, короче. Как это? You fucking fuck! Я тебя не люблю. Вот я их тоже fucking fuck, короче, не люблю. Так, сразу пойдем подвал зачистим по старой доброй привычке. Кстати, я так смотрю, обратил внимание, вроде бы, ну не знаю, вряд ли, конечно, мою критику кто-то слушает, я думаю, это вообще никому не интересно, вот, но перестали в подвальных помещениях обратите внимание, попадаться окна, которые там, окна наружу, там, где четвертый этаж внизу, короче, то есть, ну, выглядело, мягко говоря, очень смешно, вот, ну, обратите внимание. Ага, только рассказал, и а тут же окна наружу, в подвале. При том, что сзади обрыва что-то как-то не видать вообще. От слова вообще. Да. Только похвалил, называется. Только похвалил, и тут же что-то. Об это самое. В общем, короче, зря похвалил. Да давай, открывайся. Давайте, все выше, и выше, и выше. Два этажа всего. Пам-парам-пам-парам-пам. И в каждом движении слышу. Парам-пам-пам-пам. Ой, эти попугаи сзади летят, не успевают. Догоняйте. О, светящийся таракан. Светящийся таракан — это не светящийся скорпион. Вот. Ну, тоже приятного мало. Так, поехали дальше. Ой, рейдер! Живой рейдер, посмотрите! 2-3 рейдера живые. Пока еще. Что, за сладеньким на фабрику потянуло? О, фрагмент. Дизайна, да, такой фрагмент дизайна лежит, фрагмент дизайна, вот это такое словосочетание очень такое, вот.
мне кажется, немножко абсурдной. Так. Кажется, направление верное. Ну, с этим нельзя не согласиться. Пошли дальше. Кто следующий? Вжик, вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? О, вот скелет. Был тоже в том году. Что вы здесь делаете? Хотим узнать как можно больше убежище 31. Все, кто приближается к нему, исчезает. Кажется, оно заколдовано. Возможно, какая-то информация из местного офиса Волтека. Отлично. Ну, а костюм свой? Кто за тебя нам даст? Чучундра. Да, убежище не хватает массажиста. Чучундра. Давай костюм, раздевайся, слышишь? Предыдущий нам простыню отдал. А ты что? Кости свои давай, вынимай немножко. О, жадина. Себе оставил, нам ничего не дал. Все, прошлись. Пошли обратно. Ну да, а что? Какие варианты? Вы хотите вернуться в убежище? Нет, тут хотим поселиться и жить. Какой-то глупый вопрос подразумевает глупый на него ответ. Ох, чаёк хороший. Давай, загрузка, крутись. Давайте, идем домой мгновенно. Пам-пара-па-пара-па-па-па-пам, пам-пара-па-па-па-па-па-па-пам, бум, прибежали. Продаем обычные предметы, продаем вот это вот все, короче, барахло ненужное. Ружье оставляем, разберем, а на эти у нас же, по-моему, задание было. Или мы уже выполнили. Вон, собрать, кстати, предметы в ящиках, 125, ну, половину почти. Собрали, ничего себе, вот это мы, ерокаклы. Так, у нас тут, короче, это. Я смотрю, у нас недостаток вырисовывается. Надо кого-то вернуть из ученых. Блин. Как не вовремя. Отвлекают. Со всех сил отвлекают. Нет, этих они не сносят за заход. Не переживайте. Эти парни крепкие. Парни-ураган. Ну, тут тоже парню, только снаружи пришедшие. Сейчас тоже расскажут, почем халва. О. Что такое? Что такое? Когти. И тут коготь смерти понял, что ему заходить в убежище уже что-то не очень таки хочется, да? Нечего было лезть сюда. Кто к нам с чем, зачем, тот от того и того. Запомните эти слова. Так, всех захилили. Так, пруп-пруп-пруп-пруп. Да стой ты, блин, хрен попадешь. Борис Бритва, по кличке хрен попадешь. Так, всех выхилил, всех. Сколько там шагов в этой, блин, задании? 5. О, отлично. Так, найдите Оси Волтек информацию об убежище 31. Ну, поехали. Чё там уже? Вон, Сара Лайнс, блин, подбитая. Ну, ладно. Я не думаю, что там сейчас случится что-то страшное. Поехали. Пролетаем. На одном дыхании. Интересно, какая нас награда будет ждать.
Мистер Крышка и мистер Бутылка будут хоть приходить в страшных костюмах. Найти информацию о прошлом убежище 31. Ну, давайте. Ну, убежище такое, малепусенькое. О, рейдеры. Это хэллоуинские рейдеры или простые? А надо Сарочку это того подлатать. Как же тут люди живут? Кто тебе сказал, что это люди? Они разве на них похожи? Рейдеры какие-то. Отпетые. Отпетые мошенники. Вот так вот. Всех уконтропопили. Ящиков не вижу. Это плохо. Чем больше ящиков, тем быстрее выполним задание. Не заметил даже. Сейчас они как-то очень внезапно кончатся. Все. Где ящики? Давайте мне ящики. Блин, убежище из одних рейдеров. Так неинтересно. Ладно, еще падают быстро. Не надо с ними возюкаться. Где ящики с барахлом всяким, шмотом ненужным? Мне задание выполнять надо. Что вы, блин, жметесь? Рандом. Святой рандом. Че ты жмешься? Конечно же, мы крутые. Да, конечно, крутые. 50-го левела. С мега-оружием. Конечно, крутые. Так, это... А, это вниз не идет. Что это за лифт? А, со второго этажа. Ой. Идем, идем, идем. Попугаи отстают там сзади. Лагают. Ого. Тут даже главарь у рейдеров есть. Ничего себе. Ничего себе. Нет больше главы у рейдеров. Какая жалость. Печаль. О, шкелетик. Может, ты хоть поделишься костюмом? Как хорошо, уже здесь рейдеры меня его едва не убили. Они нападают на всех, кто приближается к убежищу 31. На самом деле, никаких призраков нет. Думаю, они придумали эту историю, чтобы отводить людей. Пора отплатить рейдерам той же монетой. Хм, может, вы возьмете на старый фабрик костюмы призраков и напугаете их? Ага, рейдеров-головорезов в пустошах. Напугаем костюмами скелетов. Это очень хэллоуинская история. Сейчас пойдем за костюмами, я так чувствую. У нас же тут даже до крита там даже напросился. Что там наверху какая-то еще, ну, аппендицит какой-то. Кошмар какой. Давайте мочить их, ребята. Рейдеров. О, кого-то одного из наших уже по нотку сали. О, наконец-то вещь достали из ящика. Давай, улетай, красавец. Все. Быстрее, 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 быстрее. Да, пневматика нам очень нужна. Так, пошли вниз. Зачистим. Нам надо из ящика все доставать. Так-то нам уже не надо все зачищать. Все левелы взяты, все прокачано, все найдено. Нам надо выполнять задание. Деньги, деньги, дриби, деньги. Позабыв покой и лень.
Валим рейдеров за деньги. О, еще кусочек нашли. Еще ничего нет. Какая жалость. И тут... А, нет, там что-то есть. О, не зря зашли. Все, пошли домой. Одну бутылку ядерколы нашли. Это здорово. Это отлично. Ну, загрузочка, давай, загружайся уже. Отлично, давайте. Под бутылочку. Бум-бум-бум-бум-бум. Мне интересно, эту бутылку одну на три выпивают. Еще, наверное, и попугаем там в глаза капают. Так, собрать. Опа. Опа. Интересно, какую мы первую соберем. Мне бы жилую комнату института, например, было бы интересно посмотреть. Что у нас тут дома? Все хорошо. Никто не балуется. Не шалит. Так, поехали дальше. Маскарадные истерии. Найдите костюмы призраков на старой фабрике. Ну, поехали. Ай, начать сразу. Ой, маскарадная истерия. Та-да. Рейдеры те еще истерики, конечно. Так и вижу, они там в истериках бьются. Матеры это. Бандюки-грабители. На фабрике. Фабрика такая себе. Большая, конечно. Сейчас мы пролететь. Пролететь попробуем. О, гули. Гули, 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 гули. Ай. Ага, сбились. С пути истинного. Дальше, дальше, дальше. Бегом, бегом. Не останавливаемся. Где костюмы? Ищем костюмы. Давай зачищаем фабрику. От будильников. О, костюм нашли. Отлично. Гулей нашли. Здорово. Собираем, понесем с собой домой. Гули бы это в реакторную пустить, было бы здорово. Вот бы они там были как раз на своем месте. Ага. Ага. Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял бы. Так, а попугаи тут, как всегда, сзади тормозят. Так, что тут у нас? О, светящийся гуль. Не, давай светящегося уговорим сразу. Я их не люблю. Всех светящихся этих. Ну, ядерколу нашли. Спасибо. Это было очень приятно с его стороны. Очень вежливо. Подкинуть нам ядерколы, чтобы было на чем домой прибежать. Ну, кстати, тоже интересно. Логика этого процесса. Ладно, когда мы выходим из убежища, нам предлагают, то есть, как бы, ускориться за счет ядерколы. А когда мы, вот, допустим, с задания идем... И на задании не находим ядерколы, а нам все равно, давайте, вхлебните ядерколы и домой бегом. То есть, это ему из убежища телепортируют в карман ядерколу, или как это понимать? То есть, логика процесса, ну, хромает на обе ноги, мягко говоря.
Ну и в режиме невыживания оживление на день, за деньги на расстоянии тоже как бы реализмом не сильно отдает. Эти игровые условности. Что вы боитесь? Скажите, и тогда, возможно, мы вас пропустим. Мы боимся, что этот день закончится бессмысленным кровопролитием. Ваша сдержанность поразила нас, мы не причиним вам вреда. Спасибо, друг. О, костюмы призраков нашли. Нам вроде три надо, нас же трое. Где третий? Давай третий костюм. Гад. Где третий костюм спрятан? Как мы только двумя костюмами напугаем рейдеров? В принципе, это такие парни, что не в двух костюмах напугают до усрачки тут рейдеров. Да даже и без костюма. Только с этими, с пушками такими. Уже помогут акту дефекации. Но сказано, что нас же трое. Давайте, ищите. Где-то по-любому они спрятали третий костюм. А, третий у нас же есть. Нам же этот отдал простыню. Так что три у нас есть, да, все правильно. Можно не мучить бедный Гулей. Но мы их все равно замучим, потому что у нас задание. Извините, но нам надо потрошить ящики. Никуда от этого не деться. Не раздеться. О, комод. Все, пошли домой. Бери Шинель, пошли домой. Да, уж. Да классно, сёрбой, мне ж самому нравится. Уверен, многим захотелось чайку сейчас. Так, домой поехали. Пам-парам-пам-парам-пам. Пиу. И мы уже дома. Продать обычные предметы. Ненужное барахло тоже попродавать. Все, собрать. О, 94 уже. Еще чуть-чуть. Еще немного. Ох, мы рецепты ударными темпами собираем. Ну и последний шаг задания. Запугивание. Найдите рейдера в убежище 31. О, получим робота ненужного. Ну ничего. Так, давайте. Мистер Берг. Сара Лайнс. Джеймс. Отлично. Let's go. О, у нас, гляньте, вызвали нас в супермаркет. Ну, пойдемте сходим, отвлечемся на секунду. На секунду отвлечемся. И тут уничтожить рейдеров. О, это наш любимый этот, с головой медведя. Надо ему шестистволку будет дать, кстати. Она, конечно, слабже пасти дракона, так что лучше не давать. Логика на грани фантастики. Да, рейдеры, давайте, налетайте. Кстати, мало стимпаков. Скоро домой пойдет, наверное. Он их вырубает нормально так. Да, против пасти дракона никто не попрет. 22-29. Интересно, тут есть мощнее вообще оружие или нет? Я что-то как-то вроде кажется мне нет. Самое мощное оружие в игре получается. Пасть дракона. Ну а под нее одеваешь что-нибудь. Желательно с плюсом в силу.
чтобы тяжелое оружие, я так понимаю, лучше владеть. Хотя это навряд ли что-то на что-то влияет. Не знаю. Еще думал толстяк, я смотрю, толстяк он всем сразу наносит в комнате повреждения. Если у троих толстяки, то они, по идее, даже при том, что у него 26 максимум, они, по идее, должны быстрее всех выносить в комнате. Ну, суммарно. По суммарному дамагу. А будет как-нибудь поэкспериментировать с этим. Когда будет часто натхнение. Ой, что-то я. Ну, ей хватило. За глаза, с головой. Давай, давай. Махаем ручкой на прощание. Котик лапкой. Ну, а что? А как вы думали? Ложитесь, отдыхайте. Это норма. Давай, давай, уже все. Ляг, отдохни. Приляг. Вот так, молодец. Все, отлично. Давай. Неужели рейдеру нельзя даже дозу питательных веществ принять, так, чтобы к нему не приставали разные доброхоты? Извини, но хорошие парни всегда убивают плохих. Таков закон пустоши. Ну, думаю, очевидно, что я презираю законы. Ну, я думаю, очевидно, что сейчас ты отправишься в верхнюю тундру. Прямо из супер-пупер магазина. Супер-пупер маг. Кто там так дамажит яростно? Вы чё? С ума посходили? Мы так не договаривались. Лях, отдохни. Шмотки не смешные. Не броня это. Подтяжки. Подтяжки лучше защищают, несомненно. Мы все в этом только что убедились. Хотя такая броня это тоже... Победа дизайнера над практиком. Ну все, давай, приляг, приляг, отдохни. Мама спит, она устала, так мне бабушка сказала. О, ящик. Переносочка, отлично. Отлично, отлично. Так, ладно, ты давай беги. Тебя мы не беспокоим. А вот рейдеров сейчас немножечко побеспокоим, побеспокоим. Сейчас мы их тут в простыни завернулись и напугаем. А они будут пугаться, плакать, визжать, звать маму. Ой, блин, даже не смешно. Поехали. Пятый из пяти. Последний шаг. Давайте начинаем. А. Хилок всего. Сразу начинаем. Полетели. Пам-парам-пам-парам-пам. Пиу. Все на месте. Так ходить хорошо и быстро. А так бы 4 часа сидели, ждали. Ха-ха-ха. Так, найти рейдеров. Ну да, чтоб их напугать, их надо для начала найти. Так. Ну, где вы, рейдеры? Выходите. Что, вы ждете нас, наверное, с распростертыми ногами? Как хорошо, что рядом друзья, это точно. Старый друг лучше новых двух подруг, как говорится. О, светящийся, валить его.
О, кусок схемы, отлично. Давайте, зачистка убежищ, недорого, от тараканов и прочего мусора. Ой, блядь. Извините, мой французский. Держим на фуле его. Эта хрень кританет. Того, кого она фокусит, надо на фуле держать вне зависимости. Даже чуть-чуть, все равно на фуле. Бока кританет, ну мы, вы знаете. Мы, вы. Кто на канале смотрел эти предыдущие серии, тот знает, как там они сносят. Эти сволочи. Тут экономить стимпаки не надо, и антирады. А то можно так наэкономить на симах. О, рейдеры. Что, здесь в самом деле водятся призраки? Мы придумали эту историю, чтобы разграбить убежище. Извините, только не убивайте нас. Ой, блядь, даже не верится, что это сработало. Счастливого Хэллоуина. Это же не настоящие призраки, бей их. В общем, испугать не получилось. Получится вынести их нахрен. Жалко, надо было оставить их в живых. О, мистер Хэнди. Я, мистер Хэнди. Да, он был, уходите и не возвращайтесь. С ним тогда, наверное, ушли. Так, продолжаем теперь мы грабить убежище. Выносим все, что не приколочено. Чат. Ну, задание закончилось. Интересно, что нам теперь за это дадут. Будет ли к нам приходить теперь мистер Крышка и мистер Бутылка? В костюме скелета и в простыне. О. Давайте бегом-бегом зачищаем убежище. От лишних вещей. А то тут что-то слишком много лишних вещей. Валяется везде. В ящиках. В ящиках валяется. О, блин, тут и конструкции. Надизайнерили. Сносите их, ребята. Такой аппендикс, и его умудрились поделить еще на комнаты. Кошмар. Проблемы тут с местом. С жилплощадью. Беда какая-то. Хомяки. Кусок схемы дизайна. Да. Хомяк-дизайнер. По-любому. Так и есть. Так, последний этаж. Пошли зачищать. Надеюсь, больше светящихся скорпионов не будет нам. Все остальное нам не страшно. Нам не страшен серый волк. Только светящийся скорпион нам страшен. Ну, страшен до усрачки. Ибо он критует так чудовищно. Так, что тут у нас? Ну все, пошли домой. Получили робота. Отлично. Я считаю, это отлично. Хэллоуинский такой. Прохождений серии будет. Давайте уже ничего тут жалеть. Пошли домой мгновенно. Продать обычные предметы. Барахло всякое продать. Все собрать.
Так, ну и... И шо? Просто прошли и все. Прикольно. Давайте их тут всех приведем в порядок. И да, надо их это. Это кто у нас? Джеймс. Одевай-ка, наверное. Тяжелую броню Синта. О, это будет прикольно. Так, Сара Лайнс. Ну, Сари Лайнс это по-любому надо силовую броню. Или форму братства стали высшего класса. Кстати, тоже прикольно. Кстати, тоже очень интересно. Здорово. Мне нравится. Она такая милая. Так, мистер Бёрк. Ну, мистер Бёрк тут без вариантов. Вот, в своем костюмчике стиляжном. А Джеймс пока пусть так походит. Так, здесь пока робот разбирается, а мы пока раскроем наши сети. О, у нас два робота. Не знаю, куда их ставить, но пусть будут. Будем в пустошь отправлять, наверное. Так, ланч. Что ланч нам готовит? Ой, костюм призрака. Ой, кот призрака сейчас выпадет какой-нибудь. А не, собака, он чай. Время создания. Есть! Блин, 7%. Ну, вы... Япона мама и ее такой же папа. 7% время. Ну, блин. Ну, на, понятно, на безрыбье и рыбак рыба. Ну, конечно, да. В смысле нет. В смысле, хотелось бы чего-то лучше. Давайте уже разгоним эту всю шушеру. Блин. Раздразнили. Вроде бы и порадовали, но так порадовали, что ж огорчили. Этой собакой. Ай. Вон он ей дадим. Пусть они там быстрее создают. Ну а на сегодня все. В общем-то, на этом серию заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.